видел да, на экране? Да, да. Он... Блин, я пришел, я с дедом поиграл два раза в Ростоку, я сказал, нет, дед, спасибо, я не хочу. А где сон скульптур? Я так и не получил ачивку, там была ачивка, типа, победить деда на красной юкари. Вот когда он играет красную юкари, он играет серьезно. Там есть типа ачивка такая. Где так? Ну просто я типа там на форуме была типа ачивка такая. Я понял. Ты плохо мешаешь, мешай. Ты задолбал. Ты мешай лучше. У вас просто дуэль пульками, никто не подходит. О! Это не сейвово. Ну, прыгай, прыгай! Прыгай! На бахачам делай. Это было не сейвово. Я знаю, издалека wall-to-wall, по-моему, нормально. Я бы на эту херню, кстати, тоже не знаю. А я не помню, что это. О! Три. За! Вардоп! Ну только ты сейчас он просто заблочит и все, и че? Ну это говно, я знал! Как играть? Вот знаешь, вот как клуба Ларису жопой его купить. Просто Ларису. На полтюку брать, да? Ну да, да. Меня просто один чувак вдохновил играть на Ларису. Как до сих пор. Я когда, если запускаю соку, играю на Ларисе. О, соус культуры. Этот как его? Ну, чувак с Викторией. 6-6 соус культуры. 6-6 соус культуры. Или вот сейчас можно было бы, да. Только тут снова не потерялся я. Да. Ты плохо мешаешь, тебе нужно мешать, а не движение. Что ты движение делаешь? Зачем? Ты атаку жми. Жми же. Жми Б, Б жми. БЦ жми. Не жми стрелочки. Какой сейчас? А, что? Они. Санчавер. 6А. Давай 4, меняй карту, давай вот тут делай.